Танцпол родом из прошлого. В Чистяковской роще прошел бал 6 часов после войны. Идея акции принадлежит краснодарским студентам. Девичьи костюмы они искали в маминых гардеробах и бабушкиных сундуках. 70 человек, будущие экономисты, медики, спортсмены и повара, специально освоили вальс, польку и гавот. Продемонстрировав свое мастерство, молодежь предложила присоединиться к танцевальной реконструкции всех желающих. Мы хотели перенести ветеранов в их молодость, в их время, чтобы им было приятно вспомнить себя в то время и показать, что они воевали не напрасно, и мы помним и чтим их за это, и мы им очень сильно благодарны. Участники акции рассказали, что это не последний студенческий креатив в этом году. В планах на будущее соревнования для школьников, которые они проведут в веревочном парке.